Арсенал оружия нашли в одной из столичных квартир. Граната, винтовка, 7 пистолетов, патроны и пулеметная лента. Все это хранил у себя дома 48-летний мужчина. Говорит, опасные предметы купил, но где и с какой целью, рассказывать отказался. У киевлянина были проблемы с законом и раньше. На этот раз ему грозит до 7 лет лишения свободы.